Что, неплохо, неплохо, да. Красивая. Здравствуйте, ребята. Здравствуйте, ребята. Добрый вечер. Вот енотыч и зубок решили новые табуретки сделать. Да-да, а то уже, понимаете, гостей посадить не на что. Да, и я, наконец, строгать научился. Молодец, молодец. Прямо как настоящий столяр. Да, Шунечка, я тоже не нарадуюсь. Ну что, зубок, еще немножко подучишься и станешь... главным столяром нашего Шишкиного леса. Ой, да, как здорово у меня получается, а? Ну что, я, пожалуй, пойду в лес, поищу подходящий валежник. Мы еще и стол сделаем. Ой, и я, пожалуй, передохну. Знаешь, Шунечка, как тяжело строгать. Да? Нужно стараться изо всех сил. Рубанок силу любит и точность на... Я тоже хочу построгать. Можно? Да ты что? Ты мне все инструменты перепортишь, и доски вон все рассыпала. Ты что, хочешь, чтобы я всех без табуреток оставил, да? Да я даже не трогала доски твои. Кто здесь главный столяр, я или ты? Поэтому должна слушаться меня без разговоров. Добрый вечер, мальчики и девочки. Здравствуй, Шуня. Здравствуй, Зубок. Здравствуй, Лёша. Лёша, а ты, между прочим, мог бы со мной первым поздороваться, вот. Да мне не жалко, Зубочек. Так ты мне объясни, почему я с тобой должен здороваться непременно первым? Да потому что я главный столяр Шишкиного леса. Ну, почти. Да ты что, самый главный. А что это ты так нос задираешь, Зубок? Так нужно. Так, может, все главные столяры ходят. Вот. Ну, ладно, вы тут займитесь чем-нибудь, а мне нужно так инструменты проверить. Так. Ну и ну. Так, это здесь... Зубок, здесь скоро рубанок. Мы тебя вообще не увидим. Что? Как? Как жирафа. Вот захочется поговорить, а не выйдет. Это еще почему? Да. И при чем здесь жираф? А вот послушайте. Собрались как-то в Африке звери. Стали говорить, какие они все необычные. Очень красивым им жираф показался. Стройный, с красивыми пятнышками. Много зверей в африканском лесу. Можно о каждом истории слушать. У носорога есть рог на носу. А у слона есть огромные уши. Есть хохолок у смешных обезьян. Этим не каждый похвастаться может. Ну и, конечно, пятнистый жираф. Он украшение Африки тоже. Да, я у вас один такой пятнистый. Ты, жираф, настоящий красавец. Да уж, с этим не поспоришь. Ой, смотрите, как наш жираф голову задрал. Раз я у вас такой красивый, нужно мне голову держать повыше. С вами разговаривать мне незачем. Стал жираф голову вверх задирать. С друзьями разговаривать перестал. Так постепенно про него все и забыли. А жираф все бродил по Африке и сам себя нахваливал. Ох, ну какой же я красивый! Ну какой же я красивый! Кому бы еще об этом рассказать? Ой, а почему я никого не вижу? Одни облака! Ребята, а почему это у нашего пятнистого зазнайку не слышно? Смотрите, какая у него шея стала! Эй, жираф! Ого! Да это у него шея выросла! Наверное, потому, что слишком сильно вверх голову задирал! Жираф! Ой, ребята, где вы? Что это со мной случилось? Ой, простите, что я так зазнался! Вы ведь тоже животные очень красивые. Давайте вместе играть. Конечно, давай. Давай. Много зверей в африканском лесу.
можно о каждом историю слушать. У носорога есть рог на носу, а у слона есть огромные уши. Африканские звери снова подружились, а вот шея у жирафа осталась длинной. Да, интересная сказка, Лёш. Я прям заслушался. Вот, оказывается, откуда у жирафа длинная шея. Ну, это, конечно, сказка, но в каждой сказке есть намек. Я, Лёша, твой намек понял. Не буду зазнаваться. А то вдруг твоя сказка правдой окажется. Да-да, и будешь идти с длинной шеей ходить. Да. А давайте вместе доски строгать, а? Давайте, давайте. Молодцы, конечно, вместе. Но этим мы займемся завтра, а сейчас пора прощаться с ребятами. До свидания, мальчики и девочки. До свидания, ребята. Всего вам хорошего. Добрых вам снов и ангела-хранителя. Чудес пролетело, спит Шишкин лес до утра, и всем детишкам в постели тоже ложиться пора, и всем детишкам в постели тоже ложиться пора. Будем гостить каждый вечер в этих чудесных краях, ждем с нетерпением встречи доброй вам ночи, друзья. Ждем с нетерпением встречи.